Всем привет! И это продолжение. Мы будем играть в Тигр Легаси. Режим зомбаков. Сегодня мы пройдем опять 10 уровней до 20 уровня. Заходим. Опять 10 уровней сегодня пройдем. Так. А мы на 11 остановились. Все, нам ничего прокачивать не надо. Так, ну, мы остановились на 13 свартанцев и не помню, сколько лучников. Но нам что показали, быстренько отключили. И у нас вышел один зомбак. Вау, что такие зомбаки пошли, много их таких. Вот у нас я в прошлой части вызвал вот зомбака вот этого. Кидающего. А, я все нападаю, их много, все стало. Закопы, капец. Башню, башню защищаем нашу. Башню. Башня, давай. Давай. Наш жирожайший зомбак, давай. Ты победите, мы команду, мы победим. Великан выходит. Все, я великан выхожу. Великан выходит нас. Все. Великан вышел. Еще великан выходит. Еще великан выходит. 4 великана вышло. Спартанцы, вас остановится мало. Как бы спартанцев было много. Вызовем это и вот этот подмогу. Теперь у нас есть 4 великана. И еще один вот такой вот спартанец огромный. Зомбак. Давайте мы должны победить. Наш золотой спартанец остался. Лучники остались. И вот здесь еще такой огромный зомбак. Повозит, хорошо, убивайте, хорошо. А вы заметили там такого зомбака-ангела? Вы видели этого зомбака-ангела? Там был зомбак-ангел. Ребята, это получается новый зомбак-ангел. И что он делал? Я видел какое-то привидение. Наверное, он вызывает это привидение. И оно тащило лучника. Значит, это он делает. Выживает это существо. Теперь у нас огромная команда. Значит, вот этот чувак не останавливается, когда мы на защите. Он просто вот этот... Огромный спартанец идет, а он пока будет на защите. Вот. Огромный спартанец. Хорошо. А, он останавливается тоже. Я думал, он идет. Вот чисто самый маленький выходит. Самый прям маленький наш зомбак. Ну, пошли, нападаем. Хочу вселиться кого-то. Вот, например, но хочу вселиться. Вселяемся. Вселиться. Не могу вселиться. Смотрите, здесь какой-то большой. Какая толпа выходит против нас. Какая толпа большая. Это капец, это полный капец. Сколько здесь уже, мне кажется, уже надо вызывать грифона. И еще золотых спартанцев. Потому что это жесть. Смотрите, здесь капец, все убиваются. Здесь у грифона со своими спартанцами прибежал. Теперь... Грифон со своими спартанцами, а это только
12-я волна, нам надо 20-й. Кстати, можете поставить лайк под одно видео? Я смотрю видео, ни одного лайка, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, мы победили в целом. Что это за лягушка прикольная с жирафом? Ну так. Ну. Да, я не хочу пока что ничего прокачивать. Теперь у нас 5 великанов. 6. Вот один еще великан. Ну ладно, ничего. Ой-ой-ой. Тык. Камеру поправляем. Вот так все. Сколько вас? Чего у вас так много выходит? Ну все, мы нападаем. Да, кидай. Да, смотрите, вот зомби заразился. Теперь лучники на него пошли. Легко. Грифон начинается. Бей. Грифон начинается. Да, получите, получите. Это еще маленькие великаны есть. Маленькие великаны очень хорошо работают. Так. Мы видим, кому-то жизни, и уже пол хпшки снесло. Не наполовину. Не половину не снесло. Так, вот смотрите, вот этот зомбак, который травит, тоже стреляет. Его никто не атакует. Здесь какое-то массиво приходит. Капец какое-то большое. Массиво. Здесь массиво приходит какое-то. Огромное массиво. О, это... Смотрите, зомбаки как по маслу. Как по маслу чисто. Как по маслу. Берутся и... И, короче, берутся и сосят. А если бы были в этой игре зомбаки, которые сосят, они сосят кровь. Типа они напрыгают сильно и сосят кровь, вот так. Так, прокачивать мага, я считаю, прокачать. Маг самый крутой, могущественный. И он очень бою пофиксирован, но у нас его нет. Так, ну давай уже, победись. Ну, это у нас 14-я волна. Нападаем. Нет, да куда ты такой уходишь? Я в тебя селяюсь. Ты не должен умереть. Ну, скучи, ты знаешь, куда ты выходишь сейчас. Ты знаешь, куда ты вышел сейчас. Ну, все, я тебя отпускаю. Куда-то вы... А, у вас воды не хватает. Я вот редон добавляю. Давай, Дэви. Давайте, великан, молодцы, они уже до сюда прошли. Но, правда, грифоны уже начали ранить. Нашка великанов маленьких начали ранить. Все, я великан. На, получи. На. Совместное, да. Пацаны, давайте. Вот, этот ангел, вот этот ангел, ты чё со мной встретился? Вот он, это привидение вытаскивает. Давайте убиваем его. О, оттолкнул, да. Все трое по земле ударили. Ой, нас не трое, нас очень много. На, получи. Как тебе такое? Мы сейчас ангела убьем этого. Все, ангела нет. Злоба зомби ангела.
Все, победили. Так. Ну, мне ничего покупать не надо. Подожди, я вот единственное. О, 5 ящиков, пошли открывать. Так, первое попадает у нас скин Дамага. Мы его сейчас наденем, значит. Типа, что нам выпадет, то ты его будем надевать. А, так, да здесь никакого скина нет. О, у меня этот скин во минутку. Поэтому будет меня, кроме мага. Да мы ничего не меняем, что ли? Мы ничего не меняем. Так у меня этот скин. Так что, да что мы поменяли? Да листа вот этого? Или... А, я понял, как мы будем менять, значит. Меняем маг спартаться, да, с водой. Мага меняем на этого. Что, что там еще было? Лучника? Не, я хочу лучника, да, обычным поменять. А мага вот, а вот это спартаться я хочу поменять на огненного спартаться. Чисто огненный. Мечника я хочу поменять на вот, да, вот этого. Дуракопа я хочу поменять на ледяного, хотя тоже я хочу лучника ледяного. Хочу, чтобы великан у меня был вот, вот так. Ой, обычный, чисто великан. Или давайте вот так. Обычный сейчас этот, потом немного круче этот, потом третий вот он, потом еще круче, немного круче, потом вот так будет, и еще все обставим, все вот так. Вот так, все, пошли. Пошли. Все. Вы так смеетесь ужасно. Грифон тем более. Теперь у нас вот такие обычные этот великаны, вот такие обычные великаны. Обычные великаны уже начинают убиваться. Давай, давайте, нападаем, нападаем. И у нас вот там один замораживающий лучник, который мы выбрали сами. Ну так вот, идет наш бой. Здесь куча кидающих ядами. Вот здесь куча. Но мы сейчас их легко отбросим и убьем. Вот я вот спартанец, который я как брошу его так вот. Вот да, получите. Меня убили. У нас много великанов, я бы сказал. Еще грифон. Поэтому здесь этого надо поставить лайк. Кстати, можете поставить лайк за то, что или подписаться за то, что я прохожу за один ролик 10 уровней. Пожалуйста. Ну так. Давай, давай, да быстрее уничтожать его, уже этого чувака, все, наконец-то. Так, ну, да, ничего прокачивать не надо, не надо, не надо, не надо. Так, у нас куча этих великанов, я заметил. Правда, один очень поранен. А вот этот вообще, вот этот чувак, который...
Ну ладно, пусть не пора. Эй, убиваем, убиваем, сзади. Огромный собак. Огромный большой собак, нападаем. Там я увидел огромного большого собака. Больше, чем... Вот этот собака большой. Получи копьем. На. Нападайте на него. На, хорошо. Ачерас, паял. Башню не трогайте, собаки, башню. Фух, башню они не потрогали. Фух. Давайте, молодцы, великаны, давайте. Лучники тоже молодцы, начинают стрелять хорошо. Так, какая это у нас волна? 16-я. Хорошо. Смотрите, наших портальцев тоже как по маслу убивают. Ну, мы тоже не сдаемся. Мы тоже идем до конца всего, что у нас. Да. Получите. Так, мы с вами сейчас далеко почился, значит, что... А, все, мы победили уже. Так. Мы не сломаны. Вот так вот, пистолеток. Вот так вот, с росликовых. Давайте побеждать уже. 17-я волна, пошли, нападаем. Все тихо пока что. Никакого собака нет из-под земли, который выходит. Так, дальше вот так. Кстати, вы знаете, что рудокоп может бить вот так со своей штукой, киркой. От него когда размахнуться так сильно и как вдарить по собаку. Это было очень бы круто. У нас уже 10 тысяч золота. Золото. Пойдем, мы столько великанов обычных нас купим. Вы знаете вообще, сколько мы можем? Ангел вот этот, ангел, опять этот ангел пошел. На. Получите. Не. 17-я луна. Так, вы видите, какая кровь зелененькая. Потекла так сильно. Потекла. Давайте, бейте их. Вы в курсе, что вы можете потерять эту крутого пацана, какого-нибудь великана какой-либо. Какого-нибудь. Так, я вижу, у какого-то великана очень мало хп. Либо грифон, либо... Вот мой лучник замораживается. Вот этот лучник замораживается. Так, следующую игру. Это 18-я волна. Так, скоро мы закончим наш ролик. Все, пошли. Я буду здесь, я буду на стороже. Вдруг здесь выйдут какие-то собаки, которые вылезают. Нет.
Ну, в прошлой раунде не было, значит, и сейчас не будет. Так, лучники уже как толпа собрались и начали стрелять. А здесь уже они уже начали атаковать. Капец, они крутые уже. Они уже стали такими крутымчиками. Сразу вызываем себе спартанцев, потому что уже нашего одного великана убили. И хилки. Все. Смотрите, какая здесь толпа теперь бежит. А еще 4 хилки. Хилят они. Толпа прибежала. Давайте уничтожайте. Давайте уничтожайте. Когда тут уже закончится? А, все? Вот почему, когда я говорю, вот это сразу приходит. Так. Ну, прокачаем рудокопов. Ой, извините, что отключил. Так, прокачаем, короче, рудокопов. На деньги оставшиеся. Все. Смотрите, какая у нас большая команда. Круто. И это 19-я волна нападает. Нападаем. И каждый ролик с тиквы Лекси будет по 10 уровней, ребят. Каждый ролик, да, я не... Когда мы дойдем до 100 уровня, я не знаю, что там будет до 100 уровня. Честно, я не знаю, что будет на 100 уровне. У нас 10 великов не могут собраться и так куда-то туда идут. А пока что сражались за боки. Лучники прибежали уже. Что-то какая-то маленькая у нас команда стала. Нет никаких великанов. Давай. Побеждаем. Давай, побеждаем. Давай. Побеждаем. Ну, все, когда уже солнце будет? Когда уже? Вот я хочу, чтобы солнце уже было, и после мы встретимся с главной волной 20-й. Как Танос на ладно. Я сделаю это сам. Ну все, когда уже закончится? Ну вот же нету луны. А вот все. Наконец-то. 20-я волна. Ладно, я сделаю это сам. Башню прокачиваю. Ладно. Вот здесь специальная стена на 20-й волне. Мы встретимся с всеми зомбаками, которые здесь будут. Мы уже начали ломать стену. Теперь зомбаки уже начинают выходить. Зомбаки вышли, давай.
Давай, 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 девица. Да. О, вот смотрите, этот великан пошел. Хочу в него селиться, хочу в великана селиться. Великана получается селиться маленького, прям малюсенького великана. Получается, а вот грифона почему-то вот этих супер маленьких получается. Так, так. Кто боится тараканов, ставьте лайк. Ставьте лайк. Кто боится тараканов? Я лично вообще их боюсь. Вот каждую таракашку я вижу, я сразу бегу. Бегу себе быстро, изо всех сил бегу до, за тапком. И когда смотрю умершего таракана, это капец. Я тапок выбрасываю. Я беру спичками, я беру такими малюсенькими палочками и выбрасываю из окна его, не в мусорку, из окна. Ну, конечно, я пошутил, я в мусорку выбрасываю. Так, ну. Так, ну. Ну, мы видим, что вы уже почти победили 20 уровень. Так, ну у нас осталось 2 зомбака. Все, ребят. Мы на этом закончим наш ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментосик. Всем пока-пока. Всем пока.